из числа. Дальше написаны цифры. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Так, 5 раз. Всего 25 цифр. Подряд написано 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Вот, вычеркните 10 цифр, чтобы оставшееся число было максимально возможным. Маленьким. Нет, максимально возможным. Самым большим. Самым большим. Наибольшим. Наибольшим. Вычеркнуть цифры. То есть надо указать, какие цифры вычеркнем, а какие останутся. Максимально возможным есть. Да, какие сделал цифры? Я зачеркнул 1, 2, 3, 4, 5 оставил. 1, 2, 3, 4, 5 оставил. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 оставил. Понятно. Покажи. То есть, вот 10 зачеркнул? Да. Зачеркнул. Прости, но это не максимальное возможное. Да. У меня получилось число. Но ведь, послушай, на эти разряды или число туда и сокращается. Как? Мы, у нас итак, первая цифра 5. У Юли какая? 5. 5. Дальше. 5. Дальше. 3, 4, 5. У тебя? У меня 5, 4, 5. Все. У нас одинаковое количество цифр должно быть, но у него вторая цифра меньше, значит, у него число меньше. То есть должно быть в любом случае 10 цифр, когда вычеркиваем, остаться 15 цифр, правильно? Значит, надо было первые 4 цифры вычеркнуть, 1, 2, 3, 4. Дальше 1, 2, 3, 4 вычеркнуть, пятерку оставить. И дальше остается сколько? Две цифры надо убрать, да? 1 и 2. Ну, разумно, по-моему. То есть согласен? Согласен. Отлично.